Выбор сделан. Андрей Фомичев – новый генеральный директор Набережно-Челнинского картонно-бумажного комбината имени Сергея Павловича Титова. Сегодня здесь состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором и стало известно имя нового руководителя одного из крупнейших предприятий города. Напомню, выборы на КБК проводились в связи со скоропостижной кончиной прежнего генерального директора Владимира Бестолкова. В итоге на место руководителя комбината претендовали двое – назначенный временно исполняющим обязанности гендиректора Владимир Зубков и зам по развитию внешним экономическим связям Андрей Фомичев. Последний уже выдвигал свою кандидатуру на прошлых выборах, но тогда он уступил своему оппоненту Владимиру Бестолкову. Однако сегодня Фомичев одержал более чем убедительную победу. Он получил свыше 90% голосов. Андрею Фомичеву 55 лет. Имеет высшее образование. На комбинате трудится с 1986 года. Дважды избирался депутатом городского совета Набережных Челнов. Женат, у него двое детей и пятеро внуков. Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени.